Всем привет! Мы сейчас будем играть в Тасандрас мультиплеер на одном серваке. Поехали! Ну, успешно зашли. Сейчас мы заходим. Я вам покажу чит. Ой, это я уже подумал. Я вам покажу чит GTA San Andreas. И мы все, мальчики, мы сейчас спавнимся дома. Вот все, дивиться. Первый чит. Этот. Арбрек. Вы можете вот так проходить через стены. И всякое ходить. Ну, когда иногда вы можете вот так летать. И падаете. Вот так. Второй чит я вам покажу. Вам полет. Вы будете... Блин, простите. Вы будете вот так летать. Вы будете вот так летать. На этом чите. Это мы падаем. Второй чит. Ускорение на машине. То сейчас я вам покажу. Это надо вот так вот, съедаем машину и нажимаем на букву на Alt. И вы вот так вот ускоряетесь. Дивите, сейчас. Вот так вот ускоряйтесь. Вот так ускоряйтесь. Сейчас даже... А я вам второй чит. Я вам покажу летание в машине. Вы думаете, что такое невозможно? Но вы ошибались. Это возможно. С нашим читом. Делаем разгон. Ну, и нажимаем на U, русскую. И мы летим. И мы летим. И мы летим. Видите? Как это хорошо летать. Как раз не надо самолет куплять, всякое такое. Бачите, мы летим. Потом выключаем. Ой. Например, и быстрый, ну, дивите, бачите, я сейчас покажу. Вот вы перевернулись, да? Нажимаете на U, летание, и вы назад перевертаетесь. И, ну, вы можете ее там взять, взлететь. И я вам показал весь. Ну, следующее будет в описании. Следующее видео будет в описании. И всем пока. С вами был Иван Гай. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.